rodać z jakąś tam psychaną. Jakim wizdą, tak. Jakąś tam znalazła z zestakową. No. Pierwszy raz grałem, niczym znałem. Napisze. To... Da ładno. Chociaż jak filmy to na pewno zjadę. Z bloku tam napisane skórka pełna została. Myślę. Musimy robić. Dawał pożałować. Na pewno się naprawdę zdolnie. Gry przeżyły. Ech. Na pewno. Co? Солдат. Качество нормальное, прям. Ультра. Ультра. 5 метров. Это было вступление. Сейчас будем знакомиться с игрой. Я в первом месте сначала. Было очень интересно. Все супер. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сипоры, моего корабля. 17 недель назад десантный бор Сулака подал сигнал бедствия. 3-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть. Мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Всем быть в ангаре через 20 минут. Опять этот трендер. Робот. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рино 2-1 для спасения 2-3. Как настроение, Байк? Все нормально, капитан. Я беспокоюсь о 2-3. Вот и хорошо. Давай загоняем 2-1. Они постараются добыть черный ящик с собакой и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Я обосрался. Ага. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США «Сипора». Внимание! Прямо сейчас Рино 2-1 и Рино 2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение 2 часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли на Юре 161. Как корабль оказался в этой планете? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыта сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там не
гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьте свои морпехи. Ура! И к черту! Ура! Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Я понял. Передайте Рима 2-1. Двигайся в их направлении. Рамок и спин. Только мультфильмом. Поражённо. Всё, всё, хана. Начинаем. Надеюсь, параллель не будет. Блин, ну графика прикольная, реально. Нормально, да? Я снова спонял правильно. Граница нельзя, да? Типа хреново. Твою мать. Уинтер, что, черт возьми, там происходит? Рейтер 6-5, вы уже взлетели? Взрыв на Сулако! Давление падает! Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях-то. На соплях? Рейдер, доложите по форме. 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, и мы отрубим эту штуку. Что делать? Я не знаю. Прямого. Все погибшие раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым морпехам. Рино 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель. Это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1, как там дела у 2-3? Так, стоп. Ясно, по-моему.
понял. Фонарик. Феникс. Стоп. Дать им движение. Так, Б. И два Альт. Прыжок спас проседание ЦМС. Что? Счет, ясно. Да, я понял, там. Вижу вас двоих. Два-три на юге. За ангаром, возможно, они что-то не монтируют. Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Ясно. Тут самое хорошее то, что фонарики не сажаются. Это офигенно. Так. Опа. Дойдешь вторая половина того. Okay.
Что-то не идет. Что-то не идет. Что мне делать? Туда не надо пройти. Так. Прикольно. О, господи. Неужели Doom 3? Хреново. Уже об этом подумал. Тихо. Что-то рядом есть. Тихо. Да, рядом.
значит, рядом. Я пойду на топ-то. Ясно. Да, это, ребят, очень жестко. Прям в натуре. Прям капец какой-то. Просто пипец, пацаны. Реально жесткое. Короче, пацаны. Такой вот неожиданный. Говорится, обзорчик на такую прекраснейшую игру, в которую я впервые сейчас играл, но прям просто зашкаливает эмоции. Графика это просто на ультра офигенно, наши мышки подлагивают, но это не самое страшное. Самое хреновое то, что она офигенная шутинга. Спасибо разработчикам, что они стараются делать такие чистые качественные игры. Спать хочу. Да, прикольно. Но мне понравилось в целом, к сожалению, нет именно такого сохранения, которое я хочу найти. Эх, ребят.
На этом всем спасибо за просмотр. Надо заканчивать. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии по поводу этой игры. Это будет охрененно. Я даже не знаю, как это проходить вообще. Мне кажется, это будет очень много. Вы сами посмотрите на корабль. Вроде небольшую, но потом бы призваны на землю, что-то подобное. И, короче, как бы взяться с этими полетающими. Тоже весьма быть прикольно. Если понравилось, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока.